Yeah, man. Check out what I got here, man. Владельцу этого и без того яркого авто захотелось изюма. Черная стеклянная крыша – настоящий эксклюзив. Но, похоже, клиент умеет считать деньги. Наверное, потому ездит на такой машине. Дорогой переделке он предпочел более доступную и практичную технологию. Здесь, скажем так, совмещение эстетики и защиты. Это называется эффект стеклянной крыши. Это тоже своего рода защита, то есть камешки бывают прилетают и сверху, то есть на больших машинах тоже. А пленка, она маленько амортизирует удары камней, падающих предметов, там, ну и так далее. Матовая пленка для новоявленных модников. Сегодня последний писк. Она бывает прозрачная, бывает черная, то есть двух оттенков. Ну, а тут уже исполнение идет, то есть вырезка, скажем так, что-то на вроде плоттерной резки. Хозяин Навара любит сноубординг и своего питомца. Поэтому решил запечатлеть на кузове пикапа заснеженные горы и дорогого сердцу пса. Плюсов у пленочной аэрографии много, можно загибать пальцы. Во-первых, пленочная аэрография – это защита и эстетика вашего автомобиля. Во-вторых, она более доступная, чем аэрография, которая делается мастером-художником-аэрографистом. Она легко демонтируется, то есть можно в любой момент поменять сюжет. В-четвертых, как бы такое очень хорошее преимущество, она защищает от угона. То есть навряд ли кто-то позарится на ваш автомобиль, да, и захочет его угнать. Итак, красота автомобиля – это теперь и его защита от внешних факторов. Осадков, ультрафиолета, случайных повреждений. Да и по кошельку эстету не ударит. К примеру, один квадратный метр пленочной аэрографии – 4 500 рублей. Художник с аэрографом в руках возьмет как минимум в 2 раза больше. Здесь же можно воспользоваться выгодными предложениями. При комплексной мойке – продувка в подарок. При полной глубокой полировке кузова – полировка передней оптики бесплатно. Можно взять абонемент от 2 500 в месяц в зависимости от авто и мыться постоянно. А каждая 10-я мойка – вообще даром. Спецпредложения и для таксистов.